свиной гриппа в американской Калифорнии продолжает убивать людей. За последний месяц от опасного вируса H1N1 погибли 147 человек. Для сравнения, в прошлом году смертельных случаев было зафиксировано всего 106. В основном это люди младше 65 лет. По словам представителя Департамента здравоохранения штата, эпидемия продолжается. Это значит, что число заболевших будет и дальше расти. Осложняет ситуацию то, что вирус атакует именно здоровых взрослых людей. Власти призывают население сделать специальные прививки против инфекции.